Успешной обещает стать и еще одна кабминовская инициатива, которую запустили в апреле этого года. Речь о программе доступных лекарств. На днях правительство расширило на 42 препарата список медикаментов, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и бронхиальной астмой могут получить бесплатно или с незначительной доплатой. Теперь в списке 199 препаратов. Помимо украинских, есть там медикаменты европейских, индийских и израильских производителей. В Кабмине для реализации программы пообещали выделить дополнительно 200 миллионов гривен.